Конечно, конечно, да, утешай себя. Я два раза попал нафиг. Да пошел ты срать! Пацаны, знаете, что одно сказать? Я увидел Эдисона, и я так понял, что у меня 2-0, да? 2-1, точнее, Джеки, да? В смысле? Черт, ты меня убил! Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жекой Игорем мы продолжаем нашу снайперскую битву в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за вашу активность под нашей предыдущей серией снайперов. Только благодаря вам мы и продолжаем снимать эту рубрику. Да, ребята, всем привет, надеюсь, в этот раз вы тоже нас поддержите лайками, и мы соберем кучу лайков для того, чтобы мы продолжили снимать эту рубрику именно втроем. Ну что, давайте начинаем, приятного вам просмотра. Ну что, пацаны, готовьтесь. Готовьтесь. Вы даже не представляете, как я готов. Готовьтесь, пацаны, кто-то сегодня опять будет, так что... Давай тут не выпендривайся, у меня просто винтовка слабая. Да, конечно, конечно. У меня не работает... А, заработал. Так, значит, я чекаю самые нужные места, которые... А, Жека, твою мать, я видел твою башку. Кто кого стрелял? Ааа, страшно! Кто в кого стрелял? Да твою мать! Эдисон, Фить! Фить! Фить, Эдисон! Сгиди, чистая сила, так. Фить! 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 Алло, кто там? Так. Так. Да как? Где? Подожди, где был? Я не знаю! Он стреляет по мне, да? Да, наверное. Только зелень невидимости, пожалуйста. Да-да-да, пью. Знаете, в чем прикол? Это вообще нечестно. Я, короче, видел Эдисона, но у меня прицел не включался. А, да, да. Ну у меня такое местечко себе было. Да, плохому танцору яйца жму, да, Игорь? Иди в жопу. А где Игорь, мне интересно? А ну, где он был? Игорь! Ага, ясно, ясно. Ты понял, да, как я тебя видел? Я, короче, вижу, и прицел не работает. Чисто на тебя смотрю, но не могу. Ну давайте, пацаны, давайте. Первый раз меня убили. Не могу поднять ногу. Где вы? Где Игорь? Да ты в жопу, тихо. Где Игорь? Вы очень далеко друг от друга, так что давайте. Рашьте друг друга. Давайте, пацаны. Эдисон, меня смущает твоя снайперка на спине. Пожалуйста, убери ее когда-нибудь. Все, убрал. С первого слота ее просто убери. Убрал. Убрал. Давайте, пацаны, давайте. Эдисон, давай, ты мне должен подсказывать. Я ничего не буду, я просто вас обоих вижу и все. Давайте, дрюкайте друг друга. Давай. О! Собака! Игорь выиграл! Я выиграл первый раунд! Да. Собака! Я хочу сказать сейчас, выслать благодарность, собственно, своей маме, бабушке и всем помещикам, которые меня писали в комментарии. Так, все, ладно, переходим ко второму раунду. Спасибо вам, да. Дорогие друзья, собственно, снайпер элит выходит на охоту. Я сегодня я убиваю всех, кого вижу. Да. Ну, Игорь 1-0, ты меня реально удивил, Игорь, так что давай, рубай. Да, Игорь реально у нас набрался силы, мужества, вообще серебряно, что он тогда вообще проиграл. Это все потому, что мне поддерживали подписчики и писали в комментариях, чтобы Игорь тащил. Ну, может быть, может быть. Да. Так, Вы с шифтов-то поставайте там, да, чтобы я ники видел. Ну, мы и так и на шифтах, Игорь, как бы. Да, мы и так и на шифтах. У меня проблема, я не могу вас увидеть. Помогите мне. Я тоже никого не вижу. Так. У меня большие проблемы, товарищи. Так, вот мне кажется, Эдисон на своей обычной нычке, которую он все время стреляет, убивает. Да, а где? Это где? Это я знаю где, сейчас я попробую чекну, только надо добраться до туда. У меня поле обзора маленькое. Ну чекай, Игорь. Я пока никого не вижу. Алло! Мне прям... Вы где? Шо? Шо происходит? Кого-то заметили? Не, я никого не вижу. Отключите кто-нибудь день, пожалуйста. Ну ладно, я скручу. Не, пацаны, вы как-то слишком спрятались, давайте без вот этого, хорошо? Можно вопрос? А вы чего молчите все? Мне не нравится это. Алло. А, шо, это по мне, да? Алло. Вы не молчите, а то я думаю, что все зависло, залагало, поломалась жизнь, вся пошла под откос. Пацаны, вы где? Я видел кое-кого. Под названием Игорёк. Ах ты ж говно! Сейчас я как переберусь. Так. Значит, пьем зелье невидимости. Да, круто. Так, подожди, у меня есть очень план коварный. Очень коварный, очень план, да? Ну давай, Игорь со своим очень коварный.
Прям очень план. Прям очень план, да. Дымовуха это очень хорошая штука. Так. Так, где вы, заразы? Я уже полчаса вас ищу, никого не вижу. Блин, я не могу понять, откуда меня Жека видел. Я даже Жеку не видел. Прицел не работает. Да, прицел, с прицелом явно что-то... Как? Как? Где? Откуда? Кто кого убил? Да он паскуда! Короче, такая проблема, знаешь, что сейчас было? Я такой стреляю, убиваю Эдисона и винтовку выкидываю, но я его подобрал. Ах ты крыса! Так, пацаны, я в этой серии что-то вообще не тащу. Я очень коварный тип. Бум! Знаешь, что я сделал? Знаешь, что я сделал? Я хотел прицел приблизить и взял, короче, зелье в руку. Это нечестно, вы видели, я его заметил. Пацаны, давайте прячьтесь, давайте. Капец, это нечестно, я тебе говорю, я переключил случайно винтовку. Так, главное, что я тебя нашел. Ну хотя бы поинтереснее теперь борьба, что у нас хотя бы 1-1 сейчас. ну что, ребятки? Знаете, что я хочу вам сказать, какая выигрышная тактика? Ну, какая? Нужно прятаться там, где вас никто никогда не будет искать. Ну давайте, давайте. Вот это я понимаю тактика. Да, это прям тактика, да. Ну давайте, пацаны, я надеюсь, я сейчас затащу, как обычно. Давайте. Как обычно. Как обычно. В предыдущей серии, как обычно, это не считается. Ну, никто не помнит уже твои предыдущие серии. Да, конечно, конечно. Понимаешь, у нас теперь новый герой. Нет, на самом деле, правда, Эдисон нас дрючил только так. В предыдущих сериях вообще я одно встречал. Боюсь, что главное, кто-то рядом со мной не был прям. Вот это я вот даже не в шоке, прям, что я кого-то убиваю, я в шоке, что Игорь тут тащит. Да, Игорь вообще дуба ставит, ну ладно. Шо? Вы слышали, что он сказал? Ну, зато правду. Так, надо Эдисона вырезать первым, я понял. Да, Игорь, объединяемся против... Идите нахрен! Давай, Жека, сначала Эдисона вырезаем, потом что-то выиграл. Да, так. Так. Мне не нравится, он нас троллит. Да. Не троллируй нас. Так, пацаны, где вы? Где мне не вы? Нравится, как вы вот сейчас вот так вот себя ведете. Я не могу понять, где вы, потому что я вроде все прочекал. Вылазьте, давайте! Как где вы? Ах, вы ж маленькие сикунишки. Ой-ой-ой, Эдисон меня спалил! Ах, ты ж говно! У Эдисона глушак, что ли, или что? Не знаю. Ну, Эдисон меня спалил. У Эдисона явно глушак. Да как я попал нафиг? Конечно, конечно, да, утешай себя. Я два раза попал нафиг. Да пошёл ты срок! Смысл? Пацаны, знаете, что одно сказать? Я увидел Эдисона, и я так понял, что у меня 2-0, да? 2-1, точнее, Джек. В смысле? Вы, ребят, что чёрта ты меня убил? Как вы друг друга убили? Я выиграл и ни разу не стрельнул. Какого чёрта я три раза в игре расстреливал и ни разу не попал? Капу. А знаешь почему? Потому что надо двигаться, ты должен быть змеёй. А я слышу выстрелы подо мной, думаю, что-то тут не так. А ты был под Эдисоном? Он надо мной был. А я Эдисона вижу, короче, он стреляет по мне, не попадает, я перепрятываюсь, короче, смотрю друг друга, хоп, я такой, здравствуйте. Давайте перепрятываться, всё. Так, Игорь, это нечестно, мы тебе просто подаёмся. Да, мы просто, у нас с Эдисоном своя война. Друг друга убили, Игорь, ну ладно. Теперь нужно просто чекать, нужно чекать. Я знаю, я короче... Игорь, ты можешь вообще ничего не делать, не переживай, мы сами друг друга убьем. Да. А я еще такой смотрю, Эдисон знаю, где я не понял, почему тебя Жека нашел. Жека надо мной вообще был, ну ладно. А я причем думал, ты говоришь, ты в том же месяце прятался, что и я. Думаю, ну ладно, раз ты перепрячешься, я тогда тут останусь. Умный, капут умный. А, пацаны, у меня снайперка пропала, алло, куда снайперка делась? Чё за хрень? Я сейчас не понял, откуда по мне велся огонь. Эдисон! Эдисон сейчас смеется. Эдисон просто честно говоря, сейчас не понял, кого я видел, или Эдисона, или Жеку, так что, Жек, ты можешь пока еще не переживать. Но это не точно. Но это не точно. Эдисон, убей его, пожалуйста, я же знаю, по кому велся огонь, я слышал пули, которые пролетают возле меня. Это был Эдисон, говно! А почему я не убил тебя, когда стрелял?
Всё-таки. Да, офигеть! Ну это прям такой шотик был. Ну ладно, ладно. Так. Капец, он выбежал, ну на ходу стреляет, говно. Ой, стой, 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 тут этот выпизели невидимости, чтобы он не мешает. Да, все. Он что-то слишком жесткий, да, Игорь? Он капец, он на ходу стреляет, он разозлился. Жопа вам, пацаны, жопа! Так, где-то. Еще нужно меня убить. Да. Так, а где Жека, я сейчас хочу найти. Ага, ага, ясно, все. Ну, пацаны, вы так долго будете играть. Думаю. Не факт, как бы. Эдисон, что ты предпринимаешь? Эдисон, да, что ты молчишь? Вот это мне больше. Ну пацаны, ну просто. Если Эдисон замолчал, все, всем пипец, короче. Ну ща увидим, ща увидим. Мне не нравится, Эдисон, по-моему, оборонительную какую-то структуру занял. Он на кране, смотри. Чё ты? Ну давай это меня не путай. Шутка, он под краном. Жека, ты меня бесишь, давай будем играть. Я не буду выходить, я не хочу умереть. Вы серьёзно? Поражение слишком, блин. А, да ты паскуда кончит! Оттуда видно, да, вот это? Стоит на одном месте, нахрен, ничего не делает, ну круто. А я почему-то именно в этот момент смотрел именно туда, Эдисон. Сейчас просто, если кто-то из нас выиграет, и все. Ну кроме меня? Да, типа у всех по два или что? Да, у меня два, у тебя два, а у Эдисона пока ноль. Поэтому если Эдисон сейчас не выиграет, то игра закончится. Да. А если он выиграет, то видос будет очень длинный, чувствую. Так что, Эдисон, я предлагаю тебе сразу дисконнект. Да, мне тоже так кажется. Дисконнект, да. И вы вылетите с сервера, да? Океаны. Мы вылетим с сервера. Лежать, это ОМОН, работает ОМОН. Так, всем пацаны. Быстро, положите ваши пушки на землю и смотрите. Пацаны, на... пацаны. Что вы как-то слишком крысите? В предыдущей игре как бы рашили, а сейчас, ну ладно. Я как бы тебя тоже один раз зарашил, не надо. А, и друг друга убили. Ну, мне кажется, это очко не нужно засчитывать Игорю. Это мы, да, друг друга убили, это не считается. Ну, как бы тут один вариант. Я буду играть в охотника, я выслеживаю противника. Выслеживаешь? Ну ладно, давай выслеживай. Выслеживаю противника. О, вижу Эдисона. Угу. Да, я тоже вижу Эдисона. Что, стреляем, Игорь, да? Хватит, пожалуйста, шевелить пипису. Ну давай. Ну стреляйте, Эдисон. давайте, стреляйте. Стреляем. Давай. Игорь, 2 на 4. Давай. Раз. Так, что у нас здесь? Здесь ничего нового, понятно. Ага, хорошо. Что, стрельба была? Опа, это стрельба по кому только? Я ничего не понял. Эдисон! Кто? Откуда? Я не понял. От верблюда! Эдисон с глушаком! Это во-первых, во-вторых, я ничего не понял. Откуда? Стой! Ладно, с глушаком это как бы пофигу. Да я понял, но только я не понял, откуда, как. Да вот так. Да где ты был, говно? В следующий раз сними глушак, хорошо? Хорошо. Ты уверен, что я сейчас умру? Да, конечно. Умрет. Так же, как в прошлый раз умрет. Я там закрысился и стоит. Умрет. Не, как бы я тут уже два раза перебежал. Капец, ты серьезно там все время был, Эдисон? Ну да. Я тебя видел. Я весь видос смотрел в это место. Как я только отвернулся, ты вылез, а? Че, Эдисон, где ты? Как ты меня видишь? А как я не попал тебя уже пятый раз, а? Конченые пули и Майнкрафт вот это. Только откуда? Объясни мне просто, где ты? Дорогие друзья, вы не поверите, но самый главный экшен. Привет, Жека, привет. Сегодня встретятся три титана, три гиганта, которые сейчас будут выяснять, кто из них победит. Счет 2-2-2. 2-2-1. Пацаны, ну что, битва титанов, пацаны, да? Битва титанов. Ну как титанов и один титаник. Титаник, да. Один мини-титан. Мини-титаник, так. Так главное просто понять, как понять. Нужно думать как противник. Так. Да, нужно думать как противник. Я вот сейчас думаю как Эдисон. Да. Как португалец. Я думаю о апельсинах. У меня тут хороший обзор, но я никого не вижу. Так, вот я сейчас думаю, как забить новую татуху, вот и не могу понять, где Эдисон все равно. Что-то не работает. Кто? Что, стрельба?
Кто в кого стрелял? Я не понял, почему Жека угорает. Алло. Это был не я, так что. Ты сосредоточился. Я на расслабоне, пацаны. Да. Сидит там, потеет, наверное. Пау, пули свистят. Трюхеля уже мокрые, наверное, от пота. Опа. Да где ты нафиг? Все страшно? По-моему, просто воздух выстрел, честно говоря. Это не точно. Вылазь. Ну не переживай. Игорь, я знаю, что ты меня видел, хватит. А я буду издеваться, хорошо? Не переживай, Жека. Да, Эдисон, почему? Я тебя заметил первый, даже вылез. Ага, все-таки ты меня, не меня, да, видел? Все-таки, знаешь, в чем прикол? Видел я никого сначала, потом увидел Эдисона. Так, увидел-то увидел, да? А где вот эта крыса мелкая сейчас? Вы блефуете. Ой-ой-ой, Эдисон! Эдисон меня спалил. Эдисон, я отсюда не выйду, иди ко мне. Я тебе говорю, я отсюда не выйду, пошел в папу, расстрел не работает, иди в попу, просто, пожалуйста, иди ты взад. Давай выходи, крыса. Нет, я не выйду, я тут буду сидеть до конца своих дней, Эдисон. Я пугаюсь, я, блин, я возле Эдисона потопаю. Да не надо, иди нахрен вообще отсюда, ливай с карты. Кто меня не любит? Алло, пожалуйста, поддержите меня лайками, потому что эти обои меня не будут. Ну, гори, я и так это все повырезаю, так что. Ну, я ж не говорю слово дрочь, поэтому можно не вырезать. Вот если я говорил слово дрочь, то тут надо вырезать. Ага, да! Тварь! Тварина! Я-то не сидел на этом месте, я побежал. Это нечестно, это еще один раунд играть, да? Да, сейчас 2-2-2. Я вам отвечаю, у меня сейчас память на диске кончится. Знаете, что я могу вам сказать, дорогие друзья? Вот сейчас у меня 8 патронов, 2 противника. Я уже больше хочу, чтобы Игорь выиграл. Только не Эдисон. Ты охренел, а? Каждую игру Эдисон выигрывает. Нет, нужно, чтобы Игорь лучше ты. Давай убей его. Так, я пытаюсь понять. Вот все время кто-то сидит на том странном балконе. И, пожалуйста. Давайте это не будет не так. Так. Так, не так, ща увидим. Ты мне не нравится, когда так ты говоришь. Я буду просто сидеть и переждать, пока кто-то из вас умрет. Как-никак. Значит, собственно, я чувствую то, что победа уже близка. Я пытаюсь обнаружить противника, но как-то у меня все не получается. Я пытаюсь прочекать каждое окошко, понимаете? Каждое. Каждое. Да. Точно? Пылинку, мне не нравится, когда вы так отвечаете. Типа вы знаете что-то, то что не знаю я. Думаешь? Думаю, да. Думаешь, знаем? Мне кажется, кто-то, да, кто-то спалил, гей, а? Да где? А ты понимаешь, что я только твою руку видел? Как ты выстрелил, если даже твою хлебало я не видел, а? Как, объясни? Как? Ура! А тут что-то 2-2-2. Ай, пацаны, ну... Пошел, значит, трасить. Это говно было сзади меня. А я такой смотрю. Ты давно за мной видишь? Он там стоял всю игру, Игорь, всю игру. А я к нему прибежал, короче. Ой, это было сложно. Но, собственно, я тоже неплохо поиграл сегодня. Первая победа. 3-2-2. Победа. Пацаны, это 3-2-2 было, так что... Вы сами понимаете, что это значит, да? Я как-то не понимаю, ну ладно. Ну,
кто-то найдется, что поймет. Это было нелепо. Я даже не вспотел, ребят, даже не вспотел. Да, ребят. Всем большое спасибо за просмотр, собственно, мы хотим вам сказать. Да, и пожалуйста, не ставьте лайки на это видео, не хочу еще часовой видос записывать по снайперам. Ставьте лайки, ставьте лайки. Не ставьте, да, да, подписывайтесь. Подписывайтесь, но не ставьте. Да, ребят, всем большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Всем пока.